пора ли нам сходить на хум суслика и вообще пешком погулять ночью. Так. Просто хочу погулять, пособирать всякие, может, рецепты там. Так, на велосипед я не хочу сесть. А что, тут велосипед? Странно. Ждет ночью на каждой стоянке. Разведку. Смотрим. Я тут пока, да? Подсказка 23. Утис нашел 5 площадок для супербрызга. А ты? Пек беспокоится за Фредди. У него иногда бывают эти внезапные приступы. Так. Все говорят, что Эверетт такой старый, похоже, ему пора в отпуск. Отис – чемпион скотного двора. Уже 3 года подряд. Сможет ли новая корова занять его место? Ну так... Для чего мы и играем?
Хулиган. Пип говорит, что лучшая вишня растет на ферме Бити. Миссис Биди убеждена, что на нашей ферме творится что-то странное. К счастью, мистер Биди думает, что она свихнулась. Так, тут вот... Тихо, что-то петух закукарекал. Письмо пришло. Ну-ка. Так, Эдди, давай встретимся на одуванчиковом лугу. Сейчас. Вот здесь надо посадить молочай. Теперь надо. Молока нет, да? Полить же молоком надо молочай. Так, а молока-то и нет. Какая корова в седле. А где? О, я ща как дам. Так. Я Эдди.
Я Иг. Саль... Ну, я Бат. А чё? Ну чё, крутыш, как насчёт гонки? Ага, насчёт гонки. Ага. Поехали кататься на великах вокруг фермы. Посмотрим, кто быстрее. Ну чё, ты с нами? На старт, внимание, марш. Ладно, попробуем погонять. Так. На скотный двор. Прокол. Не повезло. Облом. Точно. Прокол. Облом. Ага. Не повезло. Непруха. Задание не выполнено. Может быть, купим велосипед себе, а? Это что такое?
прикупим велик. Так, что-то мне тут надо. Огород. Так, пойду пешком. Поехали вперед. Тут у нас есть вот еще одно. Еще одно задание, да? Ну давай попробуем. Прикольнемся над почтальоном. Так. Ну, поехали. Марш. 3-2-1. 3-3-1. Не получилось. Поймали. Ладно, не повезло, так не повезло. Так, и у меня даже тут... А нет, я есть тут на четвертом месте. Но мне же нужно... Так... Мне нужно во всех заданиях на первом месте быть. Вот. А ну пошли у Пипа спросим. Попала ли я таблицу. Привет! Эй, Пип, кто чемпион скотного двора? Вот наш текущий рейтинг. Так, Утис, Эдди, Свин, Дюк, Рут. Блин. Спасибо, Пип. Чао, амиго. Так, ну давайте попробуем хлопнуть в грязь, сыграем 3 раза, может и попадем.
станем чемпионом. Так. Тут надо... Зараза. Еще раз сыграем. Так, сейчас. Попробовать еще раз. Еще не хватило, чтобы на первое место попасть. Ну, давайте еще третий раз попробуем. А что, вернуться на скотный двор? Ну, значит, не судьба. Еще раз. Ладно, сейчас еще раз сыграю. Третий раз. Сейчас попытаюсь звездочку получить. Ну и шо? Звезда. Отлично. Подожди, почему? Очков-то у меня мало. Хорошо, ладно. Что-то тут не то.
Ну, будем стараться. Что у нас такое тут есть? Никаких новых. Заданий нет. Так вот интересно. Больше 20, если оно в зачет идет или нет. Взяли. А ну попробуем поиграть. Ага, хорошо, понял. Так, сейчас. Так, уровень пройден. Уровень 2. Есть. Дальше. Третий уровень. Так. Заправимся.
не понял. Хорошо. Ну, хорошо, так хорошо. Но мне нужно все-таки, чтобы было отлично. Так. Так, сейчас зачетная. На старт, внимание, марш. Выстрела. Одним выстрелом двоих. Третий уровень. Да ёбки. Что ж такое? Что ж я бегаю? Зараза. Целится. Все хорошо. Но мне ж надо, чтобы звезда была. Вернуться на скотный двор. И, пожалуй, хорошо нужно. Что ж надо? Тут я яйцо получил. Да. Ночью я могу тут получить.
Так, нужен монетный жетон. А его где? А его у суслика можно купить. На холме. Так, у суслика на холме. Ну что ж, дождемся ночи. Так. Что сделать? Сохраниться, потом лечь спать.